Здравствуйте, приветствую вас, Одесса, 2 августа. У нас несколько дней уже прогнозируют дожди, но в каких-то районах города они проходят, в каких-то нет. Вот и сегодня тоже облачка закрывают небо, пасмурно, поэтому мы и к морю успели прийти, прогуляемся по трассе здоровья. Здесь к нам навстречу вышли два таких хозяина. Просят кушать, голодные, мы их покормили. На самом деле, пока мы шли, нам котята встречались. Умывают друга. Сработал сигнал воздушной тревоги. И здесь он тоже довольно хорошо слышен. Много красивых мест, все очень разрослось, зелень. И здесь мы идем фактически под зеленым куполом. Много деревьев цветут, поэтому в воздухе такой витает аромат сладковатый, приятный, медовый и запах трав. Я сегодня не одна, со знакомыми. Дети наши уехали вперед на самокатах. Мы стараемся энергичным шагом идти, их догнать, и жалеем, что у нас с собой нет велосипедов. Прошли каштаны, мы, кстати, мало влаги. У нас и весна была не очень дождливая. Ну, на мой взгляд, лето достаточно умеренное, не очень жаркое. Бывали года, что прямо раскаленное все такое было. Даже асфальт плавился. Пока побыли немного возле моря, познакомились с девушкой. Она приехала на пару дней в Одессу погостить. И в беседе, пока мы с ней общались, сказала много приятных слов, что ей нравится Одесса. И что у нас очень открытые и доброжелательные люди в городе. Сейчас проходим здесь кусочек рыбного рая. Креветки 50 гривен стакан и 35 гривен. Кабаны и бомба. Так вот, мы уже пришли с детьми. Сейчас находимся возле скейт-парка. Сейчас уже вечер, и для этого времени очень мало детей, людей. Обычно более многолюдно. Так, нам повезло, у нас состоялась прекрасная прогулка, и дождик нас не застал. В середине пути встретили голодных кошечек, а сейчас голодных голубей. Будем кормить, у нас есть немного хлеба. На Морозлиевской 1 находится Одесская обсерватория. Она возобновляет свою работу 7 августа, в воскресенье, в 18:30. Можно понаблюдать за месяцем, за звездами через телескоп. Будет лекция про космос, про планеты и как с ним связан человек. Стоимость билета 150 гривен, детям до 14 лет 100 гривен. Мы сейчас прям погружаемся в голубиную стаю. Теперь мы знаем, где можно прийти покормить голодных птичек. Мы пока ехали сюда, в трамвае встретили женщину. Я сразу поняла, что она была на Куяльнике, потому что все ее тело было покрыто такой белой коркой с солью. Я уточнила, и она говорит: да, я еду с Лимана. Мы спросили, много ли сейчас людей, потому что мы были в середине июня. Есть видео на канале, было очень немноголюдно. Она рассказала, что да, есть, люди приходят. Поэтому, кто хочет оздоровиться, еще можно успеть, только начало августа. Я один раз увидела, как девочка насыпала себе в руку горсть хлебных крошек и так кормила голубей. Сейчас вот хотела тоже попробовать. И действительно, они не боятся и забирают хлебушек с ладони. Благодарю вас за ваши комментарии, за ваши пожелания, истории, рассказы. Всего вам самого наилучшего.
мирного неба над головой, благополучия. Пока-пока. До следующих видеопрогулок. Профессионал. Давай.